Дорогие друзья, об этой новости мы узнали только что. Оказывается, что сегодня ночью в страшную аварию в Подмосковье попал российский артист, певец и музыкант Максим Фадеев. По всем данным, которые находятся в интернете на одном из российских сайтов, Максим Фадеев сейчас находится в 28-й городской больнице в очень тяжелом состоянии. Водитель за рулем автомобиля находился его лучший друг, который, к сожалению, погиб на месте. На данный момент на месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы. Мы надеемся, что уже завтра рано утром появятся подробности этой трагедии, и на нашем канале появится свежий выпуск, друзья, в котором вы сможете узнать все подробности этой аварии. Следите за новостями, подписывайтесь на наш канал и будьте всегда с нами. Берегите себя, своих родных и близких, друзья, и пусть вам в вашей жизни сопутствует только лишь одна удача.